дорогие трудящиеся поместники и капиталисты, говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет установить порядка, распределить работу, принудить к труду. Без нас все развалится и государство распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас. Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на галлены Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Слава нашему великому народу! Народу-победителю! Колхозники и колхозницы, инженеры, служащие, все трудящиеся, ликуют и торжествуют свою победу! Победу рабочего класса! Победу труда над своими... Неумолимо сокращает реальные доходы населения. Даже по официальным данным ООН, свыше 15 миллионов трудящихся, выброшенные за ворота заводов и учреждений, живут вместе со своими семьями. Вырвалась из рук. Судьба выпала тяжелейшая. Бессонная ночь. И это, вы знаете, делает мою позицию. Мучительные переживания. Что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немножко жилось легче и лучше. Не было у меня более важной задачи. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Единство государства, цели, единство нашего национального духа. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сердечно благодарю вас за веру, понимание и поддержку.
говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет установить порядок, усилить работу, тянуть их в путь. Без нас все развалится, и нас все распадется. Я не знаю, жилось легче и лучше, не было у меня более важной задачи. Единство государства, цели, единство нашего национального духа. Ухожу. Уважаемые граждане России, я сделал все, что мог. Дорогие друзья, сердечно благодарю вас за веру, понимание и поддержку.